Ну что, ребята, продолжаем. Так, давайте. Побежали смотреть, что нас тут ждет. Ля, это наша, это как его, сестренка, да? Только давайте сейчас облутаем все. Посмотрим, да, и подойдем как раз к ней. Что это такое? Почему она похожа на меня? Это что, какой-то больной розыгрыш, чтобы меня помучить? Так, сейчас, секунду. Да, вроде нормально. Так, давай дальше. Ага, понятненько. Сейчас мне кажется, что мы с вами, когда ехали на велосипеде, упали, лузгнулись головой, и у нас сотрясение, мы сейчас лежим в коме. Это нам все кажется. Что-то мне такое, кажется. Предчувствие. Эмили, ты здесь? Я, конечно, все понимаю, она маленькая девочка, там все дела, но а можно не орать, когда вокруг? Что это за место? Разве это моя школа? Можно не орать, когда тут монстры ходят. Так, налево пойдешь, направо пойдешь. Блин, сколько же здесь всего интересного. Прямо и направо. Давайте посмотрим. Бонжур. Так, прямо и направо. Где тут направо? А направо вот тут. А тут оно... Ага, я пропустил или что? Так, а как я пропустил вот этот вот 212 класс? Или мы были только что в 212 классе? Непонятно. Эмили? Эй, эй, алло, придурок. Бонжур. Так. Отстань от Эмили, подло. Или тебе глаз на жопу натяну. Так, где? Кто? Кто? Как пройти? Никак? Как к тебе пройти? Ты где у нас находишься? Ага, ты у нас находишься вот здесь. Только не ври, что заперто. А, не, не закрыто. Нормально. Так, бонжур. Похоже, камень реагирует на свет. Та ты шаля, сейчас мы будем камень, да, крутить? Сейчас мы будем с вами крутить камень, я понял. Так, это батареечка, это нам надо, да. Давай сюда. Все, пройдем? Угу, прошли, проверяй. Так, а можно его как-то... Не, нельзя. Ага, понял, нельзя. А почему? А почему? А потому? А потому? А почему? А потому? Ну давай, ну еще чуть-чуть. Ну, давай, девочка, я в тебя верю. Ну все, оно дальше не хочет никуда двигать, видите? Ни туда, ни сюда. Так, а давай сейчас так вот так попробуем. Чпоник. Бейби. Все, вроде справились, да? Да, вроде справились, вроде мы молодцы, умнички. Мы с вами вообще... Тупо смартфоны. Ой-ё, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. А сколько вас тут? И куда мне вообще надо? А мне нужно найти класс 210. Давайте не буду в класс 210 заходить. Давайте. Давайте мы там сделаем вид, что там ничего нету интересного. Давайте используем ингалятор. Давай заберем ингалятор и пойдем. Ага, вас тут трое, я смотрю. И этот вот, который может телепортироваться, и наверх можно подняться. И наверх можно подняться, хорошо. Так, давай-ка, наверное, иди-ка ты туда. А мы с вами попробуем пройти в закрытую дверь, да? Угадал? Ну да, ну да. Дверь закрыта, ладно. Давай. Давай, 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 тихо, 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 тихо. Все, еще один. Блин, чуть все ХП у меня не забрали.
Еще музыка такая нагнетающая. Вот реально я в метро играю. Так, присели и пошли. Чушь какая-то. С утра в городе было все хорошо, скучно и глупо. Все как обычным. А потом вдруг из ниоткуда появилась Эмили. И все вверх дном. Здесь как будто землетрясение произошло, а все жители исчезли. Их это эти бабайки похитили по-любому. Так. Пошли смотреть, что нас тут ждет. Ага, вон горящая штука. Вон горящая штука. Эмили? О, нет. Она услышала? Ну ты еще громче, ори. Вообще будет шикарно. Так, давай смотреть, что нам нужно. Нам нужно, во-первых, забрать ингалятор. Во-вторых, использовать его. А в-третьих... Так, мы сюда не пройдем. Ага. Мы сюда не пройдем. И пожар мы тут тоже... Через пожар мы тоже не пройдем. Хорошо. Только остается налево идти. Блин, и налево тоже не пройдешь. Здесь пар. А пар по-любому где-то в другом месте выключается, да? Так, давай возьмем бутылочку. И мы сделаем как? А мы сделаем с тобой... Сделаем мы с тобой вот как-то... Как-то вот так. Давай мы тебя так... Опачки. И засунем тебя в туз фонарик. Так, донде стала библиотека? До побачення. Так, тут тоже все закрыто. Хорошо. Конечно, плохо, но ладно, хорошо. Так, слева не получится, значит идем справа. О, батарейка. И два фиксика внутри. Rimstims. Так, что это такое? Это какой-то новый монстр? Это, походу, какой-то новый монстр. Эмили? Так, это точно ее мишка, хоть и немного истрепался. И что это нам даст? Войти в 202 кабинет. Ага. А у нас кабинета нет, у нас только класс. Ну и ладно, значит уходим. Был бы кабинет, я бы зашел бы, правильно? А так? Вот у нас тут только класс есть. Да ладно, шучу я, пошлите. Так, здесь заперто, нужно найти ключ. Угу. И где мы с вами будем искать этот ключ? Ага, понял. Что происходит? Я все время иду за Эмили, но остаюсь на шаг позади. Как будто... Вряд ли она убегает от меня. Или нет? Так, что нам нужно тут сделать? Нам нужно отключить вот эту вот штуку. Но и мы ее отключим, когда только нажмем. А здесь мы не пройдем, потому что здесь... Здесь все. Огородь палая. Техника вооружа. Блин, и что делать? Это нужно возвращаться... Да, это нужно возвращаться назад. Ага. Вернулся, проверяй. Ну, у меня еще один вариант. Просто посветить фонариком вот сюда. Ага. В очко себе, Арчи, посвети. Фонариком. Так, здесь у нас что? А если я... Не? Это тоже так не работает. Ладно. А давай-ка возьмем баночку и попробуем кинуть баночку в эту штуку.
эту штуку. Да я сам додумался до этого, понятно? Яблочко. Мне определенно нужно записаться на баскетбол. Согласен. Согласен, согласен. Так, а здесь что мы будем делать? Ага, вот понял. А здесь тоже есть промежутки между парами или нет? Нет, только здесь есть. Ладно, ладно, давай. Побежали. Тихо, 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 маленькая, тихо. Да тихонечко. Так, а дальше? А дальше, если я присяду, я пройду? Да, пройду. Ну все, шикарно. Вообще отлично. Так, ага, что это такое? Ой, что это было? Так, что тут? А здесь у нас т-т-т-т-т-т. Да ты что, наверное, разработчики смотрели мои стримы. М. Эмили. Ты. Ах ты, падла, испугала меня. Так, ладно, я понял, мы туда вернемся. Телевизор мы-то подвинем. Только что это нам дают? Ага, вот что это нам дает. Понял, побежали. Побежали, побежали. Так, вот так вот. И вот так вот. Только как я туда залезу, я без понятия на этот телевизор. Ну, наверное, ж как-то. Стой, отпусти. А теперь тебя надо задвинуть прям во. Вообще. Вообще огонь. Пушка. Так. И что? И не... Ага. Эта штука держится на волоске. То есть в тебя что-то нужно бросить, правильно я понимаю? Тебя нужно будет бросить, наверное, сейчас баночку с водичкой. Так, побежали. И... Ага, ближе. И чпоник. Шикарно. Не знаю, надо брать с тобой еще баночку с водичкой, либо не надо, но... Давайте побегаем с фонариком. Давай, полезли. Ой, ё-моё, испугал меня. Ладно. Так, что это такое? Ага, это завтрак. Тихо, 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 тихо. Тут какие-то звуки были странные, непонятные. Тут по-любому кто-то ходит. Ну что, спрыгиваем. Обратного пути не будет. Так, вот, шикарно. Давай, закручиваем вентиль. Ну все. Молодцы. Ага, это то есть нужно мне теперь вернуться назад, насколько я понял, да? Там, где у нас был пар, помните, с левой стороны я не мог пройти. Ты чего? Ты чего? Ты чего? Ты чего? Чего? Все нормально. Амая, успокойся. Тут даже птички поют. Прикольненько. Так, ну, по логике нам сюда идти, правильно ж? По логичной логике нам нужно сюда и куда-то. Только давай сделаем ему дон десталя библиотека. Епикаей. Мудила. Обижает он маленьких. Нельзя маленьких обижать. Так, до побачення. Во, а теперь побежали вот сюда. Я просто не знаю, как мы с вами попадем в класс 202. М. Но в толчке ее явно, наверное, нет уж. Так, полезная вещь. Хорошо, мы как-то с вами куда-то прошли. Только зачем? Только зачем? Ага, ага, ага. Ага, и что это нам дало? И что это нам дало? Так, в эту штуку тоже можно, да, кинуть, я так понимаю, что-то?
Да, только давайте, наверное, с этим сейчас разберемся. Но это же не телепорт или телепорт? Вот это единственное, что мне интересно. Если это телепорт, то нужно его будет делать вот так. Чпуньк. Конечно, я трачу очень много заряда батареи. Но это лучше, чем он, к примеру, ко мне сейчас прибежит и начнет меня кусать. Так. Ну, алло. Ля, дай. Дай кинуть. Ось-ося. Серьезно, не попало? О, баскетболистка ты наша щекастая. Да? Так, давай еще раз. Все, сосредоточься. Умничка, молодец. Все. Лучшее. Лучшее, лучшее. О, книжечка. Так, очередная книжечка. Сегодня я обедала одна. Я всегда ем одна. Не знаю, что со мной не так, но со мной никто не разговаривает. Очень хочу с ней увидеться и рассказать об этом. Но никак не могу ее найти. Не хочу ей докучать. Но мне грустно, и я не знаю, что делать и куда идти после школы. Как только звенит звонок, я бросаю вещи и раненько бегу к выходу. Я вижу ее вокруг. А, я вижу ее в кругу друзей. Хочу догнать, но вот она уже слишком далеко. Спешит в игровой зал. Сегодня очень старались поймать ее у выхода. А, старалась поймать у выхода, но у меня... Она меня опередила. Она специально уходит пораньше. Она специально меня избегает. Я так понял, это она про свою вот эту вот сестру, да, двоюродную. Don't run. Не беги. Окей, не буду. Не буду я бегать. Угу, сейчас. Что ты такой, что ты мне указываешь? Так, здесь. Здесь у нас что? Здесь у нас с вами ингалятор. Давайте используем ингалятор. Во, по полной. Давайте используем по полной ингалятор. Только самое интересное, что мы с вами уходим все дальше и дальше 202-й комнаты. Так, ага, тут головоломки, да, будет, наверное, сейчас. Угадал? Тут, наверное, сейчас будут головоломочки. Так. Ага. Так, пусти. Окей, окей, окей. Что теперь делать? Муравью приделать, да? Понял. Нужно как-то двигать эту штуку. Как-то двигать эту штуку. Так. Только как ее двигать? Так, оно. И вот эту вот штуку. Блин, я сейчас весь заряд потрачу. Алло, отдай. Ну, отдай, пожалуйста. Так, хорошо, хорошо, хорошо. И вот еще есть какая-то штука. Ага, надо их соединить, чтобы они все вместе работали, да? Ладно, давай двигать, давай двигать, давай смотреть. Давай смотреть, как это все работает. Не, не так, явно не так. Явно это все не так работает. А если мы сделаем вот так? Че оно вверх? Куда оно вверх светит? Куда ему? Кто тут наверху? Что тут происходит? Алло, игра. Так, а ты кто? А ты никто, да? Блин, но она не хочет его. Падла, бесишь меня.
А я могу крутить эту тележку, либо не могу? А если я сделаю вот так? А если ближе? Или до одного места? Ой, понятненько. Вроде детская игра, вроде должно быть все понятно, но оно непонятно. И тележка даже не крутится. Тележка даже не крутится. Падла. Что делать? Даже делать нужно как-то эти три штуки соединить. Блин, нельзя тебя кока-колой кинуть, чтобы ты упал, не? Давайте попробуем запустить в него кока-колу. Потому что мы с вами так все эти заряды потратим. Кинул, проверяй. Так, куда его тебя крутить? Оно просто наверх его куда-то... Тут оно наверх его... Так, я застрял. Я застрял. Так, а если мы сделаем вот так вот? Если мы вот так вот сделаем? Так, не так. Вот так. Ну? Ладно, давай, сделайся. Ага. Угу. Так, а что это делает? Ага. Поняли, да? Поняли. А я понял. Понял. По идее, делаем вот так. Потом мы делаем вот так. Только оно ни хера его не... Так, а куда оно его должно? Ага, куда-то наверх. Ну да, дальше оно не двигается. Короче, мне нужно светом попасть в вот эту вот штуку, я понял. Только как это сделать, чтобы я и ту штуку зацепил, и эту? Так, оно. Так, ага, чуть-чуть подальше, значит. Оно. Это методом проб и ошибок. Нет, оно вообще его не хочет. Ладно, давай дальше чуть-чуть. Может, вот так? Так, дай сюда. Я не попадаю, понимаешь? Меня мешают вот эти вот коробки. Эти гребаные коробки мешают. Так, давай еще раз. Sweet Dream. Во, шикарно, справились. Ура, ключ от 202 кабинета. Ой. Ой-ой-ой. Фу-фу-фу. А самое смешное, что я забыл, куда нам нужно идти. Здорово. Как оно? Кажется, самое интересное, что я забыл, что куда нам нужно идти. Ну ладно. Так, давай мы с тебя сделаем... Ага, мы с тебя ничего не сделаем. Ты чё, падла? Хватит маленьких обижать, ну ты серьезно? Лу-дер. Лу-дер.
Так, выключи фонарик, пожалуйста. Понимаешь, что девочка бесстрашная. А нам нужно дойти до 202-го кабинета. Будь здоров, да. Сопельки, все дела, понимаю. Так, идем. Потихонечку мы с вами идем. А кто помнит, как пройти в 202-й? Вот и я не помню. Если честно, вот и я не помню. Так, ага, ты сюда, да? Тихо. Да. Все, давай, придурок. До побачення. Все. Отстань, пожалуйста. А, то есть ты за мной идешь, да? То есть тебе нету чем заняться, ты за мной идешь. Так, где 202-й? По-моему, здесь. 202-й, 202-й. Нет, тут пожар. Ага, вот нам сюда надо. Нам нужно туда, и значит, нужно через монстра будет сейчас пройти. Нужно будет пройти через тебя, да, по-моему? Да. Так. Слышь, а кто пасет, тот, я думаю, вы знаете, да, что делает? Блин, у нас батареи мало. Блин, у нас батареи мало. Если сейчас будет еще один монстр такой, то это будет печально. Так, узнать, где прячется Эмили. Так, чего шо? Одного вентиля не хватает. Ну и как вы же меня бесите со своими вентилями. Для меня это чисто затягивание этого, как его, времени, как по мне. Что это светилось? Ничего. О! Батареечка, батареечка. А вот и вентиль, да? Да. Деталь какого-то механизма. Интересно, какого? Даже не представляю. Вентиль. Пригодится. Может, чтобы туз себе чесать. Даже не знаю, для чего он может пригодиться. Давай, вставляй сюда вентиль. И понеслась, давай. Опачки. Все. Шикарно. Так, не трать пока батарейки, хорошо. Не трать пока батареечки, они нам пригодятся. Все, идем. Кто там? Иду. Тихо. Отстанет Эмили, подло. Сейчас, Эмили, погоди. Так. Жесть. Вообще, тупо Resident Evil на минималках. Так, выхода нет. Я не хочу сгореть заживо. Но что я могу сделать такому монстру? Может, этот в как его пустить? Дождик? Может, дождик пустить или нет? Как думаете? Так, а шо делать? Что же делать? Ага, парты. Нужно вести его к воде. Давай уведем. Так, дай фонарик. Ну, это ж вода. Это вода.
Так, может, нужно стоять, чтобы он бил, и больше воды будет. Алло, придурок, что мне делать нужно с тобой? Что мне нужно с тобой делать? Ой-ой-ой-ой-ой! Маленьких обижать! Фу-фу-фу. Так, вентиль. Ага, вентиль, вентиль, вентиль. Лузер. Я понимаю, что лузер. Что мне нужно ему сделать? Если то, что, о чем вы подумали, то я ему делать в этом и не буду. Вот что нужно сделать, чтобы он разломал вот этот вот стол. Все, 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 тут стол с водой. Давай. Давай, лупаш, падла. Лупаш, я сказал. Молодец, умничка. И давай еще один. Так, дай мне ингалятор. Давай, бей. Достал нож, режь. Все, молодец. Я тебя сломаю, придурок. Я тебя сломаю. Так, ну давай еще одну парту. Все, молодец. И шо? Ну, вода есть. А ему все равно. Крыса, вода есть, но ему все равно. Все, красавчик. Так, ребята, я не могу понять, что нужно делать. Что нужно ему делать? Куда светить? Куда тут нужно светить? Или никуда не нужно светить? Или что происходит? Кажется, что происходит? Так, сейчас, буквально одну секундочку. Я нажму на паузу. Мне нужно кое-что... кое-что посмотреть. Так, все, я здесь. Блин, и что? Ну и что делать? Ну вот, вода ж идет. Почему оно не гаснет? Ах ты... ах ты, маленьких девочек обижать. Нет, 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 нет. Все, 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 все. Я понял, нужно ему в лазик тыркнуть. Только как это сделать? Алло, 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 алло. А, ля-ля-ля, дебиль, дебильное какое. А-а-а, вот оно чё, ну давай иди сюда. Теперь я понял, что нужно делать. Во-во-во. Давай, и ещё разочек. И давай еще разочек. Теперь до меня дошло. Ему надо было сразу просто в лазик светить. Все. До побачення. Так, не время праздновать. Я нужна Эмили, она должна быть в актовом зале. Так, нам кудой? Нам сюдой? Или кудой нам? Так, на первый этаж, хорошо. Так, ну тут не спрыгнуть. Наверное, сюдой, да? Блин, ну там костер горел. Так, давай смотреть. О, все, отлично. Exit. Нет, нам сюда, да?
Нам, походу, на уличку. Или нет? Да нет, нам как-то... Нам как-то вообще назад-назад надо. Вообще назад-назад. Блин, хорошо, что я к этому монстру поближе подошел и увидел его глаз. Потому что я бы до сих пор бы, наверное, сейчас бы бегал бы. Наверное, сейчас бы до сих пор бы бегал бы. Мучился с ним. Так, а ну, девочка, нам же сюдой, да? Да, нам нужно к сюдой как-то пройти. А как? Вот это вот хороший вопрос. Ой! А, не, нормально. Я думал, все уже, конечно. Так, а если мы сюда пройдем, получится? Вроде да, вроде да, вроде получается. Так, давай, наверное, ингалятор мы используем. И побежали. Ага, в другую сторону. По-моему, во, все. Да? Да. Ура, ура, ура. Что я могу сказать? Так, это мы опять сейчас с вами будем бегать, да? Но я думаю, мы будем бегать с вами уже в следующей серии, потому что и так уже, как говорится, 40 минут. Блин, прикольненько. Ладно, все, ребят, всем спасибо за просмотр. В следующей серии уже, как говорится, будет следующая серия. Так что все, всем мур-мур, пока-пока и до потом.